Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Я нахожусь в Призме. Ну и, конечно, снимаю любимые примерки. Набрала несколько вещей показать. Ну и цены настолько бюджетные. Платье 2XL 14,90 стоит. Вискоза. Очень приятный верх. Но когда я смотрю на низ, жить мне просто в этом платье не хочется. Конечно, сшито оно 2XL минус. И если бы я в таком платье куда-то пошла, мне бы, наверное, кто-нибудь уступил сразу место, потому что вот это место, это просто караул. А так платье, конечно, очень приятное. Но если бы оно было даже 3XL, я думаю, что все равно бы не помогло. Оно сделано очень узко. И я специально одела вот такие черные леггинсы, чтобы все-таки нарядиться уже на а-ля сентябрь. Но в таком платье даже дома ходить очень тяжело, потому что тянет тесен, велик. Да, если бы я в таком платье пошла, точно бы спросили: двойняшек вы, мадам, ждете? Или вы ждете автобуса? То есть вещь, конечно, не моя, хоть как бы мне этот цвет не нравился. И мне нравится, что теперь на многих вещах, продающихся в Призме, пишутся прям по-русски. И здесь у нас написано 97% катона, 3 эластана и стоит 14,90. И иногда берешь вещь в руку и кажется, что это ты видел в прошлом году такое. И мне кажется, даже я где-то такую примеряла, только в другом цвете. Очень приятная вискоза к телу, 3/4 рукав. И это туника буквой А, 3XL. Да, и кстати, 3XL хорошо. Да, вот так она расклешена к низу. И мне нравится, что в 30 градусах постирал. Как говорится, кинул на вешалку. И будьте любезны, утром ее можно одевать. Но цвет не мой. Вот не знаю почему. Как-то я очень равнодушно отношусь к этому цвету. Кажется, он сливается и с моей кожей, и с моими волосами. И здесь эти тесемки, которые тоже нужно сразу отрезать. Помните, народ, иногда люди сидят в театре. И вот эти веревочки видны, они, конечно, сделаны для магазина, чтобы они висели вещи на вешалке, а не валялись на полу. И многие спрашивают: Оля, почему в дорогих вещах таких нету? Ну, народ, вы не забывайте, в дорогих бутиках вещи висят не на пластмассовых вешалках, а на деревянных. Такая вешалка может стоить от 3 до 5 евро. Конечно, деревянные вешалки дорогие. Они используются в бутиках. Ну, магазин Призма бюджетный, вешалки пластмассовые. Поэтому, конечно, эта туника висит вот на таком. Ну и вот хороший пример, конечно, это туника моя. Вот тут, как говорится, к бабушке не ходи. Какой хороший ворот на зиму. Это у нас финский дизайн Нансен. И если кто-то скажет: Оля, на вашу фигуру большие цветы, будет вас толстеть, круглить и так далее. Безумно мне нравится. Черно-белое — это мое. Здесь красивый рукав. Посмотрите, он должен быть 3/4. Но так как у меня короткие руки, рукав почти вот как говорится. Вот так и буквой А, и даже с черными леггинсами, кажется, очень она миленько смотрелась, и какая приятная к телу. И, конечно, толстый материал. Это уже зимняя коллекция. То есть, если вы вот на зиму себе ищете такую тунику, конечно, Нансен — это натуральный финский продукт. Вот такую тунику я очень советую. Да, здоровски. Какая прелесть. Это Нансен, 3XL размер, 59,90. И здесь у нас 95% коттон и 5% эластана. И в 30 градусах стирать. Очень хорошо сделан воротник. И, народ, еще два кармана. Я только когда сняла, увидела, что здесь у нас еще было два кармана. Но это просто супер. И это у нас тоже Нансен, 3XL. Мне здесь очень понравился ворот. Ворот вот так сделан очень красиво. Он даже, если вы хотите отогнуть, здесь подшит вот такой материал. Здесь у нас опять должен быть 3/4 рукав. Но мне рукав вот как тютелька в тютельку. Но не мой фасончик. Вот посмотрите. Вот это место должно быть выше. И потом прямая какая-то юбка. Здесь получается очень
длинный верх и короткие ноги. То есть вот это место должно быть выше, хоть это и 3 XL. Ну вот так, если с черными колготками, и я бы вытащила этот, конечно, шнурок и сделала его просто вот таким прямым. Да, конечно, платье очень красивое от Nansum. И в 30 градусах это платье стирать. Это у нас Nansum 3XL, 95% катона, 5% эластана и 69-90. Вот такое классическое Nansum платье я сейчас мерила. Но этот цвет просто, как доктор прописал, как мне нравится вот этот цвет. Какая хорошая длина, какой хороший фасон. Но это у нас 3XL. Рукав опять должен быть 3 четверти. Много рукавов сейчас 3 четверти. Но только из-за того, что носить можно с кофтой, с какой-то жилеткой. Но вот здесь бы было вот темное, а светлое было бы вот здесь. И было бы вот это место гораздо тоньше, как говорится. Вот зачем сделано вот это белое пятно? Оно наоборот будет увеличиваться. И будет казаться, что в этом меньше вместе я шире. То есть вот такой, как говорится, оптический обман был бы, если здесь была вот эта темная полоска. Как вы считаете, народ? Но длина шикарная, просто туника. Вот такая тоже Nansum. Ой, как мне нравится Nansum. Нужно будет поехать в Nokia, сделать тоже примерочки. И там были много с аутлета, минус 70%. И это туника Nansum 3XL. Здесь 95% вискозы, 5% эластана, 59-90. Ну, это, конечно, натуральный финский дизайн. Дизайн from Finland. И у них есть Nansum.com, Nansum.com. Вот такой адрес. Конечно, тоже можно зайти, почитать, посмотреть, что они там рекламируют. Ну и напоследок я оставила самое красивое платье вот от Мумиков. Посмотрите, какая красота. Если бы я в таком платье даже приехала куда-то в гости, все бы улыбнулись, потому что знают, что как финны обожают муми-троллей. Туве Янсон написала вот эту книжку, которая переведена. Ну, настолько много языков, конечно, финны гордятся, что она финка. И вот эту сказку, конечно, многие любят и выросли на ней. Но платье просто вот как на меня. Ворот, к вороту претензий нету. Длина, как я люблю, прикрывает вот немножко колено. Два кармана, 3/4 рукав, не просвечивает. И здесь такой холодящий красивый эффект, очень приятное к телу. Конечно, вот такое черно-белое платье, хоть, как говорится, куда. И в этом платье у нас коттон, модель и эластан. Но это самое хорошее качество трикотажа, которое может быть. И это платье у нас со скидочкой. Оно стоило 59,90. И сейчас стоит 54,90. И у меня было 3XL размер. Ну и я думаю, что кто читал книжку, все знают этих героев. Здесь у нас ножка Мойконен. Здесь у нас вот такие хатти-патти. Здесь у нас Муми, Муми Пейко и Хемули. Да, очень красивое это черно-белое платье от Мумиков. Ну и как я сегодня пришла в призму, многие помнят, я не люблю спортивную одежду, обувь и так далее. У меня от Иконики туфли, очень хорошая подошва у этих туфлей, и, конечно, я обожаю вот такое черное лакированное, конечно, в них я хожу много лет. Ну и многие уже помнят, это Мазай, у меня старое трикотажное платье, и вот такой длинный кардиган, здесь у нас лен с катоном и моя маленькая черная сумочка. То есть, конечно, в спортивных костюмах я не хожу, но все равно хочется что-то на себя одеть. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля Стампер. Всем физкульт, привет!